Данный автомобиль нарушил правила. Автомобиль нарушил правила? Он находится на пешеходном переходе. Зверните вашу камеру, да? Да. Можете на пешеход. Пожалуйста. Вот ці є свідки людям, да, от даний автомобіль мішає перейти дорогу. Поэтому я задаю логичный вопрос. Могу я устранить правонарушение? Можете. Могу? Но только после того. После чего? Сейчас вы можете автомобиль припарковать там, где есть свободное место, скажем так, без порушений, да? Где есть парковка. А если мне не нужно парковаться здесь? Как это? Ну, значит, мне не надо парковаться. Значит, я хочу устранить должны, правонарушение и продолжить движение. Вы должны припарковать автомобиль в данном случае сейчас. Кому я должен? На основании чего? Мне не нужно здесь парковаться. На основании правил дорожного движения. Я не хочу здесь парковаться. Вы уже здесь припарковались. Я здесь не парковался. Если это не вы, то вы сейчас, допустим, сядете за руль, будете трогать, да? После чего будет на вас постанова. По поводу чего? Пункта правил 15.10, что предусматривает? 22, частина 3. Что предусматривает? Что вы сказали? Что предусматривает пункт 15.10? ПДД. Зупинка. Да. Я зупинявся? Зупинка, стоянка. Я зупинявся? На переході. Я зупинявся? Ви ні. Ну так який вопрос? Можливо, ви ні. Так? Який вопрос? Якщо ви не зупинялись, то даний автомобіль буде евакуйований.